Так, всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Санчет Фул, и Джем, проходите «Конец света 2», «Последний восход». Короче, простите за последнюю часть, потому что она была маленькой такой, на 17 минут или на сколько-то, так что простите за это, но это постараюсь побольше делать. Но вы начальник охраны, а? Да я бы не сказал, скорее заместитель старого, понятно. Никола Танкист, рад знакомству. Я тоже рад, как будем оборону выстраивать? Хороший вопрос. Сначала нужно перекрыть главные ворота, потом удерживать главное здание. Снайперы позаботятся, чтобы наши хитро заданные зверушки не поперли на пролом. Мы с ребятами обеспечим прикрытие фронта. Шило и его бойцы займут позиции у главного здания. Нехило, что теперь? Понятно. Громко. Проверить оружие. Приготовиться к бою. Нифига круто. Ух ты, ёпарасы ты. Ух ты, мать вашу. Ух ты, мать вашу. Ваншот? Нахрена защиту такую делать, раз ваншот? Я думал, что я хоть как-то защищен в этом сраном экзоскелете. Оказывается, экзоскелет для меня это какая-то такая хуйня, которая не защищает меня от любых патронов. Причем со защиты по 300, понимаете? Понимаю, там защита была по 5, по 10. Ну, 300 защиты, ё-моё. Тракториста защиты. Это вообще не то дело. Ну, ладно. Будем пытаться как-то пробиться, что ли, потому что я не знаю. Видите, сколько их там спавнится? Миниган какой-то такой себе на самом деле. Ну поехали заново, поехали, поехали, поехали. Давайте я все-таки пониже сложность сделаю, чтобы тут не фидить. Мы хотим посмотреть прохождение игры, а не то, как я дохну. Пусть будет. Не важно, важно сложность. Я просто не хочу по 1000 раз в секунду дохнуть. Поехали. Почему постоянно связь прервана? Ну, долг идет с запада, хорошо. Ну, блин, прикольно, вот это реально круто. У меня угол поворота стал меньше, то есть я теперь больше должен, ну, то есть труднее поворачиваться, что я в экзоскелете в таком. Если у меня такой же визуал, то это круто. Да, вон долговцы идут. Ядрит тут народу, а? Вы вовремя, чтобы вас. Уф, уф, что у вас происходит? Зоопарк разбушевался. Почти. А вы не в курсе? В курсе чего? Барьер накрылся. Теперь нам только... Теперь там только зверьё. Я даже в экзоскелете бегать нормально не могу. Что ж за экзоскелет-то такой? Сделай по выносливости побольше, что ли. Не
Андрей, там что-то происходит. Мозговая атака какая-то даже. Я немножечко пропускаю бой. Ну, ничего. Оттуда, оттуда бегут, с двух сторон сразу. Придется научку кушать. Потому что все остальные как-то очень мало восстанавливают. Что-то кашель в последнее время, когда говорю. Странно это. Так, мне к Лукашу зайти надо, наверное, или нет? Давайте посмотрим. Попробуем зайти к Лукашу. Опа. Мы куда-то в темную долину прилетели? Как? Десантировались, как говорится, в темную долину. Миниган у нас все при себе. Хорошо. Тут кто у нас? Тут у нас долговцы. Хорошо. Только как мы вот сюда попали? Неизвестным способом мы как-то сюда прилетели. Мне здесь надо кого-то найти, с кем, наверное, поговорить. Ой, придется что-то выбросить. А жалко, понимаете? Вот тут костюм. Эмовские патроны. Не с тобой? Не с тобой. Не с тобой. Ну тут и свободовцы, и долговцы. Мне прикольно, конечно, когда все в союзе, это хорошо. Вот было бы так с самого начала зоны, мы быстренько получилось бы дойти до Модолита у всех. Нифига ты там бацаешь. Просто с пацанами поговорю, может быть, у них что-то интересное можно найти. Хотя у меня, блин, 300% защиты убивают с одной плюхи. Это как понимать вообще? Оружие убери, поговорим. Давай, давай. Вы дадите мне пройти туда, или мне что-то нужно сделать? Привет, с тобой поговорить? Рад видеть, сержант. Уже лейтенант. Поздравляю касательно повышения. Еще есть? Еще принимаешь? Ну как же, конечно. Спасибо, кстати. Говорят, что на складах месиво. Что там было? Месиво, это еще мягко сказано. Стаи мутантов. Все склады еще как танковые... Как таковые уничтожены. Зато... с коперами мы вроде договорились. А, с этими засранцами? Да, шучу я, нормальные ребята. Так что, свободовцы, получается, того? Скорее всего. Твою мать, зона, чтоб ее. Зона тут ни при чем, во всяком случае, я так думаю. Как, кто знает, может, ты и прав. Все равно дерьмо. Спускайся вниз, я предупрежу охрану. Вниз, в бункер, что ли? Угу. Ну, теперь ясно, почему вы здесь обознавались. Еще увидимся. Я представляю, что в бункере меня ждет, раз меня не ремувнули этот миниган и экзоскелет. Я думаю, меня там сейчас будут просто шинковать грибочки из меня. Скорее всего. То есть тут у нас не враги, тут у нас долговцы находятся. Оружием только не размахивай. Так, добрый день, чем могу помочь? Очень смешно. Ага, очень. Ты меченый? По-твоему, я могу быть кем-то еще? Извините, дяденька, не признал. Хотя кто вас знает? Это ты о чем? Да не... Так, ни о чем. Мысли вслух. Иди к Воронину, он в центре управления снизу, внизу. Внизу, блядь, внизу! Хорошо, без проблем. Долговцы, свободовцы. Хорошо, хоть какие-то ряды остались, хоть какие-то бойцы остались, которые помогут нам. Но я в таком экзоскелете, в жестком. Да, я в жестком экзоскелете, с жестким артефактом, который драйнит у меня там всю выносливость и может взорваться в любой момент. Я просто великолепный чувак. И я не ошибусь, что от меня все это началось, наверное. От того, что я таскаю при себе этот артефакт, допустим. Может быть, только поэтому, то что и начались все вот эти моменты, которые сейчас происходят. Что там светилось?
А, костер? Ну, это типа костер, это просто огонь из ничего. Да. Надо что-то выбрасывать. Ящики, я не знаю, стоит их выбрасывать или нет, но я забагал их, конечно. То есть, по идее, у меня сейчас не должно быть, наверное. Или должно быть... А, вон он стоит, да. Привет. Привет, Воронин. Дай-ка я новое сохранюсь на 7. Рад, что ты все еще жив, засранец ты этакий. Почему ты сразу засранец? Я честный засранец. Какие новости, генерал? Во-первых, бар накрылся. Там теперь тишь да гладь. Тишь да гладь, если верить шахматисту. Он здесь? Кемперы здесь? Кеперы здесь? В темной долине? Да, на ферме к юго-западу от фабрики, под которой мы сейчас находимся. И вообще, не перебивай меня. Так вот, мы тут все как... вроде как обосновались, так что живем. Время от времени набегают мутанты. И все в этом духе. Ясно, что с вооружением и припасами? И того и другого на 30-40 лет вперед. Еще советская тушенка в гермоупаковках. Куча разнокалиберных патронов, отечественных, конечно же. Винтовки, ружья, автоматы, пистолеты. В основном Мосинки, карабины Симонова, АК-47 Сайги. Иногда попадаются 74-е Калашниковые. Зато старьяно завались. Можно армию вооружить и еще потом продавать пачками на сторону. Хех, с этим понятно. Сразу спрошу про работу. Ибо денег нифига не завались. Ну, работа это... как водится. У нас буквально вчера вечером в неизвестном направлении пропал разведотряд. Ребята отправились в недостроенный комплекс поглядеть, что осталось от запасов бандюков. Да. И, собственно, пропала связь. Сигналы КПК не отображаются. Найти? В точку, парень. Сейчас сходи к Петренко, получи снарягу. Он, если что, в предбаннике за центр, за сеткой. Как будешь готов, дай знать. Я сообщу твоему отряду. И выдвигайтесь. Он в предбаннике за сеткой. Дайте еще раз прочитать, чтобы не тупить, потому что я люблю тупить. Петренко, получи снарягу. Он, если что, в предбаннике центра за сеткой. Какой сеткой? Каком предбаннике? О чем вы вообще? Гарик. Кто у нас тут обитает? Бармен? А, вот бармен. Лол. Лол. Нормально. Ладно. Все равно я с них толку не получу, поэтому лучше я их нахер продам. Чтобы вес они дополнительный мне не давали. Опа, все. Чем мне эти деньги, я, конечно, тоже не могу вам сказать, потому что сам не знаю, но... раз есть, почему бы и нет. Детектор аномалий. Все это нахер не надо, по идее, сейчас. Вообще неплохо было бы, У тебя нет ничего на выносливость. Можно взять покушать чуть-чуть. Потому что кушать всегда нужно. Ни хрена я покушал. Довольно-таки хорошо, видимо, я покушал. У меня вроде есть вооружение неплохое, так-то. А, вот тут вот может быть. Вот он. Да, выносливость у меня также проблемы. Да. Здравствуйте, полковник, как жизнь? Привет, парень. И вот подумал, вспомнишь ли старика? Так... бодро пошел мимо. Извините, да я не специально. Забудь, просто так пришел или по делу? По делу, нужна снаряга. Снаряга, сейчас что-нибудь так подберем. Значит, смотри, что есть. Во-первых, из пистолетов. Да, хорошо. Бердыш возьму. Видно, теперь для длинностволов. Мосинка. Зачем мне это все дают, когда у меня есть миниган и это? И это бага в сюжете, или я что-то не понимаю? Ну что это такое? Мужик. Я
Мне обратно к этому вернуться, что ли? Я что-то опять не понимаю. Какими он патронами стреляет? Лол. Я не понимаю, что-то в этой игре или что, я просто, ну, не знаю. Почему мне оставили тогда экзоскелет? Зачем мне дают другую снарягу? В общем-то, генерал... Готов, генерал. Даете добро? Даю. Наверху в цеху тебя будет ждать сержант Михайлов. Ну, короче говоря, Киценко тебя обо всем проинформирует на месте. Так что давай, двигай. Воодушевили. Ладно, учти, парень. Не нравись там на что. Понял. Экзоскелет у меня опять не убрали. Нормально. Теперь, я так понимаю, нас пропустят туда. Мужик, ну ё-моё. Тебя убить, что ли? Я без проблем могу. Задрал тут, блин, ходит. Стоит, точнее. Мешает пройти. Кто врагами не стал? Нет. Хорошо. Сайга. Сайга. Не знаю, что оставить у этого. Какой урон у этого меньший? Ладно, давайте обычный калаш выбросим. Обычные патроны к калашу выбросим. Сайгу тоже выбросим. Возьмем, естественно, пока миниган, пока у нас возможность носить миниган есть. Так понимаю, нам наверх нужно идти. Так, давайте еще раз прочитаем, чтобы опять не тупить. Даю наверху, в цеху тебя будет ждать сержант Михайлов, короче. Наверху в цеху. Хорошо. Ты? Ты сперва оружие убери, потом поговорим. Тут есть сержант Михайлов? Ну, в цеху это понятно там дальше, но я просто тут проверить решил на всякий. Так. Блин, мы до сих пор в экзоскелете. Это, наверное, бага какая-то. Сержант Михайлов. Он где-то здесь есть. Но вот где? А, лейтенант. Так, что? Как по расписанию? Да, ты пришел как по расписанию. Ой, да забудь. Сдуру ляпнул. Ага, ну хорошо, тогда к делу. Что касается команды, руководит парадом сержант Михайлов, так то его особо не обижай. Так, а то еще обидится. Он от этого... Короче, второй зеленый новичок, ну не совсем зеленый, он уже долго под командованием Михайлова. И сержант мужик опытный. Короче, ты понял. Будем считать, что так. Что еще что-нибудь? Цели, задачи, места, имена ты знаешь. Ну, да, это все. Спасибо, пойду пообщаюсь с ребятами. С Мосинкой, реально. Мосинкой с глушителем. Да пущу я оружие. Где сержант Михайлов? Мне больше интересно. Что тут? Барин? Я думал, бармен еще один. Думаю, клонирование барменов какое-то, что ли? Может, вверху он? Давайте сходим вверх, посмотрим. Конечно, бегать мы не сможем долго. Я пока отложу этот костюм. Конечно, могут у меня его диспаунить, ремунуть и так далее. Но пока этого не сделали, я побегаю пока. Так. Патрон к пистолету мне. Ну, может быть, и нужны, если вот с этим ходить. Но автоматически? А нет, не автоматически. Ты кто, мужик?
Сейчас мы будем узнавать, кто они, чтобы долго не ходить. Нет, распознавание не работает, что ли? Не, работает. Просто сбегаю наверх, посмотрим, ничего там плохого мы все равно не найдем. Конечно, это тупость какая-то, то, что я постоянно ищу кого-то. Не могу не найти никого, ну ладно. Тут что-то должно быть интересно. Может, аптечки будут? Я помню, что тут должны быть аптечки. Или... Или я вру. А, нет, тут патроны к пистолету. Очень важные, очень нужные мне. Еще урон не нанесся. Показатели такие жесткие. От радиации 50, разрыв. От удара сколько? Удар 300, поэтому можно прыгать хоть с любой высоты. Ничего с вами не будет. Ты кто? Где сержант Михайлов, мать его? Где-то он тут есть. Вот только где? Ты ясен, красен, не он. Ладно, сейчас побегаем, поищем. Это, конечно, вообще неинтересно все это дело искать. Не ты определенно. Но он долговец. Ясен, красен. Но он определяется здесь, значит, он где-то тут находится. А вон они, наверное, сидят, да, в кружке. Кружки. В кругу. А вот он. Сержант, разрешение... Разрешите представиться, я Меченый. Меченый, значит. Ладно, я сержант Михайлов, если что. Теперь точно... Теперь-то точно в курсе. Да нет. Это я так. Это я так. Какой план действий? Сейчас пробираем... Подбираем задницы и шлепаем в сторону недостающего комплекса. Недостроенного комплекса. Там ищем наших ребят. Да дальше по месту сориентируемся. Вопросы? Вопросов нет. Вы шеф, вам и флаг в руки. Лады? Валим оттуда к чертовой бабушке. Без проблем, пошлите. Мне, конечно, миниган, я как-то странно среди них выгляжу. В экзоскелете, который защищает от всего по 300 почти. По 300 не защищает только от телепатии, от радиации и все. Остальные по 150 там тоже. То есть почти гудмод экзоскелет. Давай, иди, ну... Встал, блин. Мне как тяжелая пехота такая, знаете, вообще жесткая пехота. Интересно, кто у нас там? Конечно, есть еще вот это вот. Бандура. Сейчас они все подбегут, и, наверное, потом побегут. Надо подождать, пока они все соберутся. Сквад. Да, снайперки увидишь тут что-нибудь. В общем, иди, слушай сюда, парень. Мы сейчас тихо-тихо, как мышки, пробираемся на фабрику. Молча, ни единого звука. Если есть глушитель, наверни. Двигаемся тихо. Сделаем.
Бери ты артефакт уже быстрее, давай. Да, так особо ничего тоже не видно. Кто у нас на фабрике-то обитает? А вроде никого особо другого я не вижу. А, я так долго буду идти. Далеко они уже убегли. Далеко. Я думал, тут люди будут, от людей тут, оказывается, нет. Я в стелсе с миниганом. Так, впереди какое-то движение. Меченый, проверь-ка, что там. Чё именно меченый? Чё? Не вижу пока никакого движения. На самом деле. Ну, где только этот пацан, который в яме лежит. Помоги, брат. Ой-ё, наконец-то. Что ты тут забыл? Да мне аптечку наконец-то. Хе, потом. Да, конечно. О, черт, хорошо-то как. Я дуб. Вася дуб. Ясно, меня зовут Меченым. О, вот и Михайлов. Понял. В общем, тут какая-то лажа странная вышла. Группа куда-то делась. А я в яме очутился. В полуживом состоянии. Пару суток здесь проваливаюсь. Повалялся. Хм. Ясно. Больше ничего не сказать не хочешь? Вроде бы нет. Отлично. Так, теперь мне нужно кудысь, непонятно. Ну что скажете, сержант? Пока не знаю, что он сказал. Сказал, что он, мол, последствия магии оказался в яме, где остальная группа не знает, здесь валялся уже 2 дня. Что-то в таком духе. Ясно, надо подумать. Давай, думайте, конечно, торопиться нам некуда. Уверен, что нам... Что это за ерунда в эфире, мы узнаем в следующей части, дорогие друзья. Спасибо всем за внимание. С вами был Саня Шеспу. Всем до встречи и пока.